Все просились так попасть в аэропорт. Сейчас все у него как раз в аэропорт и попадут. Посмотрим то, что осталось от аэропорта. Вчерашней ночью, когда понял вчерашней ночью, продул по киевскому времени 12.00, 12.01 до 12.20 ночи, когда началось перемирие, шел масштабный минометный обстрел по нам. Идутся по аэропорту и населенному пункту Октябрьске. Шахта Октябрьска. Она находится левее от нас. А что мы ждем сейчас? Сейчас, пока моя артиллерия сработает на подавление. Что? Пока моя артиллерия подавит огонь. То есть мы ждем, пока конечно. Не прекратят? Да. Мы не можем пройти дальше без этого, да? Ну, поверьте, вы жить хотите? Увидите, что делается? Вот вы находитесь здесь сейчас, в аэропорту. Мы сами видели, сейчас зафиксировали попадание в здание бывшей гостиницы. Вы сами все это видите. Те нарушения, которые осуществляет украинская власть, ссылаясь на то, что это они делают. Они наших детей не убивают, наших стариков не убивают, священников не убивают, города не разрушают. Это не они. Мы поэтому вас попросили сюда приехать, чтобы вы сами зафиксировали тот мирный план, который был у Порошенко с мая месяца. Все, что осталось, это цветущего края. Какой цели вот эти действия протестовали? Цели. Это